Мария Кислухина на протяжении нескольких лет является одной из ведущих спортсменок России по парусному спорту. В 2020 году она заняла первое место в чемпионате России в олимпийских классах яхт «Лазер Радиал». Это ее вторая золотая медаль чемпионки страны в этом классе. Сильные стороны Марии – целеустремленность, дерзкость, настойчивость, трудолюбие и способность найти мотивацию для достижения цели даже тогда, когда кажется, что ее нет и не может быть. Общественная премия «Яхтсмен России 2020». Заходите на сайт Всероссийской Федерации парусного спорта и голосуйте.